Благотворительное мероприятие для ребят из Солигорского социально-педагогического центра организовали неравнодушные солигорчане. При поддержке спортивного клуба «Сити Фитнес», «Кофеин Кап-Кап», «Кафе-Кафе» и других организаций Солигорска активисты устроили для детей настоящий праздничный день с подарками. Ребят ждала насыщенная программа с интерактивными играми, конкурсами и веселыми аниматорами агентства «Доктор Праздник». Популярные персонажи встречали маленьких гостей и вместе с ними соревновались в силе и ловкости. За период благотворительной акции было собрано более 2000 рублей для приобретения необходимых предметов одежды и инвентаря для социально-педагогического центра. Мы совместно с ребятами из «Сити Фитнес» и в Пашином лице решили объединить наши силы для общего дела, сделать, так сказать, добро. В этот раз мы работаем для Солигорского СПЦ, покупаем все необходимые вещи, спортивную одежду, там платьишки. Мы регулярно помогаем детишкам на протяжении долгого времени. Вот каждый год, особенно к учебному году, мы стараемся снабдить детей всем необходимым, какими-то принадлежностями, каким-то спортивным инвентарем. Вот. Ну, это как бы наша инициатива, инициатива моя и клиентов нашего зала «Сити Фитнес». Всегда принимают участие много людей, и как бы не только из зала, а как бы просто люди, которые хотят просто помочь добрым делом, вот они нам помогают. Малыши не скрывали своих эмоций, радовались мыльным пузырям, веселились и танцевали. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Организаторы подготовили любимое развлечение всех детей – катание на каруселях. После активных игр участники подкрепились сытными угощениями от ресторана «Терем». Стоит отметить, что мероприятия такого рода проводятся уже 5-й год подряд, помогая детям в разных жизненных ситуациях. С каждым годом неравнодушных людей становится все больше, и это не может не радовать. Вместе мы сила!